Итак, мы досмотрели партию до конца. Давайте теперь разберем ошибки. Я играл белым цветом против мастера Фиде Константина Житникова. И у нас была защита каракан, атака панова. Черные играют систему с двумя конями и выводят слона на g4. Я забираю пешку на d5, вывожу ферзя на b3. Это двойной удар на b7 и на коня d5. И здесь Константин применяет наиболее распространенное взятие на f3. Ход e6, укрепляя коня, я забираю пешку. Взятие на d4, шах на поле b5, взятие на b5 и ферзь c6, шах. Это все дебютная теория, которая хорошо известна. Здесь черные отступают королем на поле d7. И чаще всего партия развивается следующим образом. То есть белые забирают коня на поле b5, черные играют ферзь d7. И в этой позиции есть выбор либо между ходами ферзь e2, сохраняя ферзей. Но тогда черные играют f6 и надежно прячут короля на поле f7. Либо можно разменять ферзей и перейти в позицию с изолированной пешкой. Но здесь, как вы понимаете, ферзи разменены, и черному королю особо ничего не угрожает. Так что тоже оценка примерно равенства этой позиции. Однако я избираю способ, который позволяет сохранить ферзей на доске. Но этот способ связан с довольно серьезным риском. Итак, ферзь c5, шах. Теперь черные могут сохранить своего коня, закрываются на поле d6. Но я забираю коня на поле d5 и делаю короткую рокировку. Мы видим с вами, по сути, дебютную табью этого варианта. Черный король расположен в центре, однако белые полностью мобилизовали свои фигуры и готовы начать атаку. Несмотря на лишние фигуры, черным достаточно непросто защищаться. Константин избирает лучшую перестройку, он играет ферзь c8 и после взятия на d5 переводит ферзя на поле b7. Я объявляю шаг слоном на поле g5, король отступает на d7 и ферзь d4. Все это встречалось в моей классической партии против Бориса Луполова из мемориала Лозаватского в Челябинске. И там, напомню, Борис играл ферзь b6. Подробный разбор этого хода вы можете посмотреть в той партии. Кроме того, там же разбирается, что будет в случае взятия пешки на поле f3. В нашей же партии Константин играет ладья e8. Это, в принципе, стандартный план. Ладья переводится на поле e6, где она будет защищать коня. Я пока усиливаю давление по центру, ладья идет на e6, и уже в этой позиции я допускаю серьезную ошибку. Надо сказать, что весь план ладья e8, ладья e6 в данной ситуации неудачен за черных, и главным образом он опровергается шахом ферзем с поля а4. И теперь перед черными серьезные проблемы. Если попытаться бежать королем, как это было в партии, то после хода ладья d3 ладья подключается к атаке по третьему ряду, и черным просто не сдобровать. Сильнейший это ход ферзь c6. Ну, тогда мы забираем шахом пешку. Отступаем ферзем на поле а3. Кажется, что ход ладья g6 ставит перед белыми проблемы. Ведь слон под боем, связка по линии g доставляет много хлопот. Но оказывается, что белые могут объявить шах на а4. И после хода ферзь c6 шах на поле g4. И как это ни странно, у черных нет лучшего хода, чем закрыться ладьей на поле e6, тем самым избавляя белых от связки. Ну а белые подключают вторую ладью на поле c1 и получают просто фантастический перевес. Тут у нас и две пешки за фигуру, и все фигуры мобилизованы, и черный король гуляет по доске, и ладья никак не может войти в игру. В общем, у белых большой перевес. Но вместо этого я делаю ход слон f4, и уже этот ход достаточно серьезная ошибка, поскольку предоставляет черным возможность сделать полезный ход. И какой, как вы думаете, здесь полезный ход? Это ход а7, а6. Во-первых, уводя пешку из-под боя, а во-вторых, резервируя поле b5 для своих фигур. Теперь либо конь, либо ферзь всегда готов занять эту клетку. И после хода а6 действительно у черных уже перевес. Например, ладья d3. Я могу строиться, но здесь меня подводит то, что ферзь расположен впереди своих ладей, и я не могу много раз бить на поле d6, так что черные завершают развитие и получают перевес. Однако на слон f4 Константин спешит закончить развитие, оставляет пешку на а7, и это играет мне на руку. Я объявляю шах. Но здесь надо сказать, что король c8 это явная игра на победу со стороны Константина, но ход должен был привести к поражению. Вместо этого лучше было либо закрыться ферзем, тогда я забрал пешку, и скорее всего партия закончилась бы вечным шахом. Вот так вот туда-сюда ферзь бы бегал. Либо можно было попытаться сыграть король d8. В принципе, ход тоже не проигрывает, но выглядит он очень странно.
поскольку никак не способствует развитию фигуры, я играю ладья d3. И здесь обязательно сыграть g5. Если слон g3 отступит, то h5, и черные перехватывают инициативу, поэтому я должен нападать на ферзя, объявлять шах. Шах. Ну и вот опять же все приходит к той самой повторению ходов, и партия завершается в ничью. Но король c8 играет Константин, пытается убежать королем. Здесь шах ладьей, король бежит на b8, ну и проще всего вело к победе ладья c3, с тем, чтобы перебросить ладью на поле b3. И тут уже ход короля a8 не помогает, потому что сразу следует ладья b3. И на ферзь c7 ладья c1. Очень важно, что слон поддерживает эту клетку. И на следующем ходу мой ферзь попадает на поле c6, и это будет просто мат. Так что здесь у белых выиграно. Но я не нахожу ход ладья c3. Вместо этого я делаю, казалось бы, более агрессивный ход ладья c6. Но ладья c6 попросту упускает победу. А здесь теперь черный играет ладья d8, защищает коня. Я сдваиваюсь по линии c и g5. Константин играет верно. Я забираю с ладьей на c7. И лучшее, что могут сделать черные, это отдать ферзя за пару ладей. Позиция, наверное, в пределах равенства, ведь у черных достаточный материальный эквивалент. Но на самом деле играть такую позицию в блиц с таким вот оголенным королем против ферзя очень непросто. Слон e3, это мой первый же ход, по сути, является неточностью, поскольку теперь движки утверждают, что ходом конь c8 черные раскручиваются и получают перевес. Но, как вы понимаете, найти такой ход в блиц на подвисающем флаге непросто. Последовал ладья c8, я толкаю пешку b вперед, ладья c7, шах ферзем, отступаю. b5 тоже, по сути дела, ошибка, теперь ход король b8. И на b6 ладья b7, казалось бы, ладья очень пассивно расположена, но на самом деле пешка далеко очень отошла. И черные просто успевают напасть на эту пешку и съесть ее. И оказывается, что у черных вновь перевес. Но Константин тут занервничал, решил отдать коня за пешку. Это, естественно, ведет к проигранной позиции. Ну и дальнейшая часть партии не требует особых комментариев. Мой ферзь как ошалелый носится по доске. Объявляет шахи со всех сторон. Пешка подключается к атаке. Но вот здесь проще всего было побить слоном на d8. Я зачем-то дал шах на поле d7. Костя мог закрыться слоном, еще как-то сопротивляться, но вместо этого он убежал королем. И, собственно, никакая атака на моего короля здесь не помогает. Две ладьи не могут создать матовых угроз. Я тащу пешку вперед. Костя больше психологическую атаку идет. Какие-то шахи объявляют, сдваиваются ладьями. Но выясняется, что шахи быстро заканчиваются, а пешка проходит ферзи, поэтому уже здесь Константин признал свое поражение. Такая вот достаточно интересная, обоюдоострая партия. Надо сказать, что Костя оказался не готов к такому варианту. И это, по сути, выбило защиту каракан из нашего матча. В следующей партии Константин уже перешел на сицилианскую защиту, отказавшись от своего коронного оружия. Видимо, из-за вот этой вот схемы очень неприятной с атакой черного короля. Ну что ж, кому понравился обзор, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и смотрите также обзор моей классической партии, игранной в этом же варианте. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч!